Доброго утра всем, кто с нами. В эфире новости, и мы продолжаем. Калининградцы целый месяц смогут наблюдать парад планет. Сразу 5 планет Солнечной системы – Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер – выстроятся в линию в созвездиях Скорпиона и Девы. По словам планетологов, жители Земли могут насладиться редким космическим зрелищем впервые за 11 лет. 5 планет Солнечной системы выстроятся в ряд на ночном небе и будут видны практически для всех наблюдателей во всех уголках Земли в предрассветные часы. Повторный показ этого космического представления пройдет, по мнению ученых, в конце июля и в начале августа этого года. Однако летом жители северного полушария смогут увидеть не все планеты. Меркурий и Венера не будут видны. Потом подобные парады планет придется ждать опять 10-12 лет. В 2015 году россияне потратили в Польше на 20 миллионов злотых меньше, чем в 2014. В прошлом году россияне потратили в польских магазинах около 180 миллионов злотых. Это около 3,5 миллионов рублей. А в позапрошлом около 200 миллионов, почти 4 миллиона рублей. Отмечается, что жители России приобретают в Польше в основном продукты, алкоголь и электронику. По словам пресс-секретаря таможенной службы в Ольштине Ришарда Худе, поляки ездят в Россию в основном за топливом на продажу, что запрещено законом. Сотрудники национального зоопарка в Вашингтоне в Твиттер опубликовали видео панды Тян-Тян, которая искупалась в сугробе. 120-килограммовое животное пришло в восторг, увидев большое количество снега. Другой ее сородич по имени Бэй-Бэй, который родился в августе прошлого года, был гораздо осторожней. Он впервые увидел снег на прогулке. Он не знал, что делать с сугробами, и вскоре вернулся в вольер. А это все, о чем я хотела рассказать вам. А о том, что произошло сегодня, узнайте от корреспондентов службы новостей в 21.00 на нашем канале. Всего доброго!